нами ожидаемая книга – это «Уральские казаки в Квинсленде». Автор – наша прихожанка Людмила Ларкина. Это как раз книга, которая описывает всю историю уральских казаков, их связь с собором и всю историю уральских знамен, которые у нас хранились так долго и наконец-то нашли свой путь обратно в Россию. Замечательная книга, можно ее купить здесь, у кого? Надо кого-нибудь назначить. Киоски. Наверное, у старости, да. К нему обращайтесь, да. Небольшой доход от этого пойдет и на наш храм, так что этим вы поддерживаете и храм. Но книга замечательная. Помните, об этом мы еще говорили на нашем общем годовом собрании, что вот судьбами Божьими, вот ничего такого напрасно не бывает. Вот некоторые люди, с которыми были вот проведены, сделаны интервью, вскоре после этого скончались. И сейчас, вот, хочешь не хочешь, уже информацию не достал. А была возможность сесть, вот Людмила ездила специально с Костей Дроздовским, встречались с людьми, сидели, брали интервью, просили, там, спрашивали важные вопросы, чтобы узнать вот все эти, всю эту историю, правильные ответы. Теперь это все записано. If you can't read in Russian, this is about the Ural Cossacks in Australia. They link with our cathedral and the Ural Cossack standards, the whole history of those standards or banners, which were for many decades kept in our cathedral. It's all in here. If you can't read in Russian, don't worry, there's great pictures in this book. So, обязательно нужно приобрести эту книгу, потому что это историческая книга, коллекционная, такой больше не будет. If you'd like to buy one, just buy one from Starosta. And any profits from this will go to our church. 25 долларов. Хорошо. Спасибо. Message of saying what is so funny.